На дискуссионную площадку по формированию волонтерского движения Одинцовского района сторонники партии «Единой России» пригласили представителей администрации, общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций. Всех, кто занят волонтерской деятельностью и готов поделиться опытом. В штаб сторонников приходит немало молодых ребят, которые хотят свое свободное время посвятить волонтерству. Эта встреча – попытка собрать активистов вместе и определить общие задачи. Работа ведется, но она немного дискретная. Сегодня мы хотим централизованно придумать там некий план, может быть, там не координационный совет, а небольшой совет вот именно культуры, спорта, ЖКХ, молодежи, ветеранов наших общественных организаций. Где-то, может быть, концерт нужно устроить, где-то посетить там дом ребенка, съездить к пенсионерам. Я думаю, что работа будет очень хорошая и интересная. Добровольцами может быть не только молодежь, уверена Ирина Муравлева, создатель проекта «Серебряные волонтеры». Цель – помочь людям старшего поколения стать частью волонтерского движения. Участие в общественной деятельности может дать новые знакомства, расширить круг общения. А чтобы не растеряться в новой роли, можно пройти специальные курсы. Мы хотим еще добавить такую услугу бесплатную – это обучение. Обучение волонтеров, как стать волонтером-профессионалом. И вот это тоже важно, потому что, чтобы не было разочарований. Я вот попробовал, что-то не получилось, я массу негатива словил, и вот что-то у меня не так. А когда будет обученный, да, как контактировать с людьми? Мы все люди разные, да, и нужно уметь волонтеру найти подход к любому и ответить на порой не очень приятные вопросы. В Одинцово действует немало волонтерских объединений. К примеру, «Один Вол», руководит которым Сергей Курьянов. Большой опыт имеют ребята из «Победы жизни» и «Молодежного парламента». Волонтерство имеет разные направления – спорт, искусство, экология, социальная сфера. Все зависит от интересов и возможностей, ведь главное в этом деле – желание помогать. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».